Стой, путник. Тебе здесь нечего делать. Мы не хотим тебе зла, но иди своей дорогой. Здесь так светло, не понимаю, как ты это переносишь. Иди своей дорогой, чужак. Тебя сюда никто не звал, и я очень советую тебе уйти. Ты найдешь его на палубе. Да, попробуй только что-нибудь выкинуть, и тебе конец. Прочь с дороги! Советую относиться к нам с должным уважением, если, конечно, у таких, как ты, хватит на это умения. Уйди же, наконец! Не испытывай мое терпение, не то пожалеешь. Итак, ты знаешь, зачем я здесь. Очевидно, тебе рассказал этот кретин-кузнец. К несчастью для тебя, моя миссия здесь строго секретна. И чтобы защитить эту тайну, придется заставить тебя замолчать. Приведи хоть одну вескую причину, по которой мне не следует убивать тебя на месте. Признаю, мы действительно добились меньшего, чем я ожидал. Может, действительно слишком много хлопот, и дело того не стоит? Очень хорошо. Тебе удалось меня убедить. Мы покинем остров и будем искать оружие в других местах. Ты вмешиваешься в дела талмарцев. Убирайся немедленно, если тебе дорога жизнь. Пора умирать. Не стоило сюда приходить. Мирак, да поможет мне. А ты еще откуда?
ночью к нам вернется. До Винхельма долог. Да помогите! А ты еще откуда? Да сделайте же что-нибудь! Отплываем с прилива. Пожалуй, нам пора возвращаться к корабле. Надеюсь, наш друг с ним пострадал. Сколько времени прошло? Что это было? Что? Хорошо, что я доверяю тебе. Там. Что это было?
Наконец-то! Ошиблись адресом? Я вождь Скаалов, но это Всесоздатель, кто заботится о нас и присматривает за нами. Как вождь Скаалов, я объявляю тебя другом нашего народа. Тебе здесь всегда будут рады. Разбойники то и дело приходят по ночам и воруют у нас еду. Они думают, что воровать у нас проще, чем охотиться самим. Это может быть опасно, но если ты избавишь нас от этих воров, мы будем очень благодарны. Тогда пусть Всесоздатель дарует тебе силу медведя и сделает твою волю твердой, как камень. Угу. Я приехал сюда для изучения истории Солстейма. Но больше всего меня занимает народ Скаалов. Так, дай подумать. Думаю, где-то год. Боги, как летит время? Пока что нет. Они считают меня слегка странноватым, но пока терпят.
Я бы сказал, они ко мне относятся дружелюбно, даже радушно. Охотно рассказывают о своей истории и традициях. Нет, конечно же нет. Я историк. Я изучаю здесь историю Солстейма. Солстейм – любопытнейшее место, но нам так мало известно о его прошлом. Столько тайн еще не разгадано. Да, это неприятная история. Что касается твоего вопроса, архитектура странная, словно не из нашего мира. С учетом этого и того, что для подобного воздействия на сознание требуется огромная сила, я бы предположил, что за всем стоит могучий маг. Либо даже Даэдра. Если так, то да хранят нас девять. Могущественные, но недобрые существа, обитающие в Обливионе. Некоторые из них столь могущественны, что могут оказывать влияние на наш мир. И когда это происходит, смертные всегда страдают. Тебя снова видеть. Ну как, удалось найти эльфов и их корабль? Я знаю, тебе пришлось преодолеть множество опасностей, чтобы принести мне эту карту. Не могу передать, как я рад. Спасибо тебе. Я нарекаю тебя другом Скалов. И я доверю тебе секрет ковки Сталгрима. Если принесешь Сталгрим ко мне в кузницу, можешь взять мои инструменты и выковать из него все, что тебе нужно. А до следующей нашей встречи, друг Скалов, пусть охота твоя будет удачной, а земля твоя богата урожаями. Зайдем в дом или в пещеру, хоть куда-нибудь, лишь бы подальше от этого. Хорошо, я посмотрю попозже. Thank you.
Геор рассказал мне о поисках Бальдера. Это был очень смелый поступок с твоей стороны. И, признаюсь на чистоту, я искал именно такого храбреца. Правильно, абсолютно правильно. Но и вознаграждение будет достойно. Позволь, я тебе объясню. Как историк, я всегда находил Солстейм необычайно интригующим местом. Я предпринял множество вылазок в древние руины, которых на острове огромное количество. Я изучил эти руины настолько хорошо, что могу нарисовать их карту по памяти. Потому я и заметил новый проход сразу же, как только его увидел. Думаю, в древнюю гробницу. Должно быть, он открылся после землетрясения, вызванного очередным извержением Красной горы. Я очень хочу узнать, куда ведет этот проход. Но древние руины – опасное место. А я не искатель приключений. Поэтому я хочу нанять тебя в охранники. Я скоро отправлюсь обратно. Если тебя заинтересовало мое предложение, встретимся у руин и отправимся внутрь вместе. А теперь... мне пора собирать снаряжение в дорогу. Подумать, что бы было, если бы я остался в плену у эльфов. Спасибо тебе. Погляди! Ну что, удалось тебе покончить с этими гнусными ворами? Твоя доброта согревает мое сердце, как солнечные лучи согревают кожу в морозный день. Скалы снова у тебя в долгу. Тебе всегда рады в нашей деревне. Я приехал сюда для изучения истории Солстейма, но больше всего меня занимает народ скал. Ты еще
Кто там? Хорошо, что я доверяю твоему. Впечатляет, правда? Эта гробница была скрыта от человеческих глаз уже... Одни боги знают, сколько лет. Пожалуй, много веков. Я тут все смотрю.
и нашел только вот эту надпись. А под... Ух ты, впечатляет. Я рада, что ты со мной. Не знаю, читаешь ли ты по драконье, но, судя по всему, это какая-то загадка. Жертва приблизит вас к тому, что вы ищете. Интересно, что это значит. Меня всегда учили избегать таких развалин. Кажется, теперь я понимаю, почему. Валяются трупы. Интересно, имеет ли эта огненная яма какое-то отношение к загадке? Иди вперед и попробуй разобраться. Я тут осмотрюсь, вдруг попадется что-нибудь полезное. Возможно, мы первые, чья нога ступила сюда после того, как гробницу запечатали. Оба направления для нас открыты. Раз уж ты так хорошо справляешься, не пойдешь ли вперед? Кажется заслуживающим внимания, кроме той таблички. Посмотрим, что на ней написано. Все люди должны умереть, и каждый по-своему. Как-то мрачновато, на мой вкус. Надпись, должно быть, относится к этим колоннам. Три колонны вокруг одной центральной. Может быть, они как-то связаны между собой? На колоннах я вижу светящиеся камни. Смутно напоминают камни воздействия. Я видел такие на рисунках. Ну что ж, попробуй разобраться. А я повнимательнее рассмотрю колонны. Вдруг я что-то пропустил? Ура! Меня. Получилось! И его работа
только началась. Несомненно, эти статуи – центральный элемент помещения. Должен быть какой-то способ воздействовать на них. Получилось? Ну, какие тайны ждут нас за этой дверью? Вот ты! Кто там? Посмотрим на эти мы поближе. Руны несколько пострадали от времени, но, думаю, я смогу перевести надпись. Здесь говорится о страже, который победил некоего Мирака. Так, если я все правильно прочел, этот Мирак назван предателем. Так интересно. Возможно, в одном из этих саркофагов мы найдем выход. Пошли. Думаю, здесь будет очередная загадка вместе с головоломкой. Продолжайте путь, не наступайте туда, где уже были. Любопытно. Что ж, я практически уверен в двух вещах. Во-первых, загадка, скорее всего, относится к тем плоским квадратным камням. А во-вторых, лично я к ним и близко не подойду. Осталось всего 5. Надеюсь, когда ты наступишь на последнюю, случится что-нибудь хорошее. И великолепно! Ворота открыты! Смотри, еще одна стена с надписями на драконьем языке.
Посмотрим, что здесь написано. Здесь упоминается страж, воодушевлявший и людей, и драконов. Интересно, кем он был? Человеком или драконом? Кажется. В стене открылся тайный вход. Иди, проверь.